Здравствуйте, уважаемые зрители! Леонид Вячеславович Куравлев прославился как человек, который исполнил главные роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня». К сожалению, в последнее время состояние звезды отечественного шоу-бизнеса ухудшилось. Его экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Леонид Куравлев был доставлен в коммунарку перед Рождеством. Сюда актера привезли из пансионата для престарелых. Врачи смогли стабилизировать состояние Леонида Вячеславовича, но вылечить его хронические заболевания они не в силах. Источник в медицинских кругах сообщил, что 85-летнего актера готовили к выписке и отправке в пансионат. Но в ночь с воскресенья на понедельник его состояние резко ухудшилось. Врачам пришлось ввести Леонида Куравлева в искусственную кому. Сейчас врачи делают все возможное, но прогнозы дают неутешительные. Как это ни печально, но шансов у актера мало. Возраст Леонида Вячеславовича оставляет мало надежд для положительного исхода. Помимо этого, стало известно, что актер совсем не упомянул свою родную дочь в завещании. Журналисты связывают это с давним конфликтом между Куравлевым и дочкой. Уже несколько ток-шоу ведут переговоры с дочкой актера о приходе ее в программу. Среди них такие программы, как «На самом деле», «Пусть говорят», «Прямой эфир» и телеканал НТВ.